Помой там хорошенько. Ладно. Да маслица подлей. Хорошо. Здорово, парикмахер. Постричь, побрить и помыть голову. Чужих не брею. Какой же я чужой? Я 2 недели у вас. И весной пахал. Стриги. Имею постоянную колхозную клиентуру. А те, которые со стороны... Как со стороны? Обслуживаю ваш колхоз, значит, имею ясное право. Стриги! Чего там? Таких не стригу, не брею, но шею намылить могу. Да я 2 недели у вас, смотри, борода. Не видел. И весной пахал. Не видел. Как не видел? Да я, брат, лобогрейками почище тебя, стригу. Не слышал. Как не слышал? Да я с гара, Павло с гара. Как? С гара. О, сгара! Ну, да, сгара, да, Павло! Да, да, да. Не знаю. Да ты что, смеешься, что ли? А, Павло сгара! Тракторист Каневской МТС, бригада. 3 бригадира Данила Будяк, тракторов 10, комбайн 1, показатель 122%, так? Так, так. А откуда тебе известно? А мне, знаете ли, все известно. Я щитовод. А, щитовод! Ладно, тут ладно. Садись, Павло. Я пошутил. Вот, давно бы так. Сидор Васильевич у нас шутник, знаете. Садись. Он, видите ли, парикмахер необыкновенный. Ну да. Ну, шутники, а? Вот, ребята, ну... Ну, тебя как? Огонь, а не одеколон. Хорошо. Хорошо. Прошу. Вот чудаки, а? Эй. От казать, как орел. Як поглянул, так и в мэр. Женюсь, хлопцы. На днях женюсь. Да ну. Да-да. Минуточку. На ком? Есть в колхозе девчина. Ой, девчина. Глаз у вас не было. Проглядели. Товарищи, в чем дело? А невеста? Кто она, а? Девчина. Приходите на свадьбу. Да кто ж? Кто? Кто? Ой, да кто ж? А невеста какая она, а? Проглядели! Черт, а? Да, ну что за парень, а? В прошлом году в червоном партизане 1500 гав спахал и ни одной аварии. На третий, знаете ли, косит, на третий пашет. Вот-вот в Москву повезут. Эх, Москва, Москва... И почему это все им дается, этим комбайнерам-трактористам? Сидор Васильевич, ну погоди.
Ну что это такое, что они за люди такие особенные, а? А, играешь. И все им, знаете ли, можно. В Москву, пожалуйста. Ордер можно. Девушки их любят. Премии, курорты, слава. А мы? Что такое мы? Да нет, я вас спрашиваю, что такое мы, а? Молчите. Счетовод вы. Да-да-да. Ну? Сидор Васильевич, Сидор Васильевич, погоди, погоди, погоди! Вот я, младший счетовод Канецкого райфино. Работаю в колхозе второй год. А вот могут меня, младшего счетовода Каневского райфино, например, велосипедом премировать, а? Играет. Наигрывает. Видно меня издали. А? Видно. Заблуждение. Иди у тракториста, если заблуждение. Пойду. Не пойдешь. Нет, пойду. Не пойдешь, у тебя профессия. Ты счетовод. К черту эту профессию. Я хочу быть трактористом, комбайнером, летчиком. Я хочу, чтоб велосипед, я хочу, чтоб... Тише. Тише. Палагины девушки поют. Девушки. Какие девушки? Как пою. Эх, какие девушки. Шинись, Алешка, не век бурлаковать. Девушки. Да я уже давно решил, Сидор Васильевич. Да ну? Да-да. А на ком? Ну скажи. Да скажи. Откроюсь вам, Сидор Васильевич. Только. Ну. Пойдем. Какая больше всех трудодней имеет, ту и возьму. О! Кланька Гулько 350 трудодней, Наташа Карпатюк 200, Любовь. Разве это любовь? А что такое? В чем дело? Любовь есть высшая мечта. Мечта! Вот именно мечта, Сидор Васильевич. А мечтаю я о жене значительной. А что есть значительность, Сидор Васильевич? Что есть значительность, а? Вот, Маринка Лукаш, 400 трудодней. Хлебу 200 пудов, деньгами 3000, куры, корова. И хороша. Ах, как хороша. Сидор Васильевич, и посылают эту Маринку в Москву, а я с ней. Кто таков, а? Любимый муж. А, Алексей Иванович, ну проходите, Алексей Иванович, проходите. И посылают эту Маринку на курорт, а я с ней. Кто таков? Любимый муж, Алексей Иванович. Алексей Иванович, ну проходите, купайтесь, ныряйте, загорайте. Ой, вот это жизнь, вот это жизнь. Эх, Маринка, Маринка. Эх.
Замечаю, что в последние дни молодые девчата танцуют и гуляют за полночь, а утром опаздывают на работу и ходят по стерне, как мухи. А некоторые, гуляючи, выходят замуж, не разобрав, кто есть будущий муж, а потом сохнет, прогуливает. Тому пример Фроська. Выскочила замуж, а он, бисов сын, летотюга. Фроська, объявись. Вот. Ой, беда мне с вами, девчата. Раз, два, три. Так, хорошо. Раз, два, три. Здравствуйте, Алексей Иванович. Опаздывайте, понимаете? Голя. Локотки, прогнись. Так, хорошо. Сеня, браво. Молодец, тракторист, молодец. Ну что такое? Показываю. Продолжайте. Марина. Пошли скорее. Ты понимаешь, я не очень. Раз, два, три. Ну что вы, ребята? Извините. Не виноват. Прошу вас, Марина Александровна. Смотри. Оказываю. Виноват. Пора вам, девчатки, слыхлить. Одну минуточку, я это выясню. Ну, тикайте. Тикайте, я вам говорю. Тикайте, а то, которых замечу после 12, буду искоренять. Позвольте, Диду, у нас же танцы. У нас же танцы. Да ради же это танцы. А что же это такое, а? А черт знает что, раскоряк какая-то. Ну, знаете ли. Ни присядки, ни удару. Эх, бывало. Казак, развернись! Thank you.
молодец! Видите, как откалывает! Гуляйте, гуляйте, девушки! Гляди, бабка, как несется шапка! Марина Александровна! Марина Александровна! Алло! Прошу вас, Марина Александровна! Выслушайте меня, Марина Александровна! Показываешь? Ну-ну-ну-ну! Да ну его! Осторожнее! Проглядели. Могу я быть танкистом? И летчиком могу. Моторы хорошо знаю. А танцевать не умеешь? Научусь. Вот хочешь, поцелую 100 раз. Считай. 1. Марина. Виноват. Неудобно, граждане. Уборка. Виноват. Виноват. Граждане, пора вам спать, граждане. Виноват. Граждане, неудобно, граждане. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Виноват, граждане. Пора вам спать, граждане. Виноват. Граждане, ай-яй-яй-яй-яй. Уборка. Уборка. Уборка, уборка. Прости. Виноват? Уборка. Виноват. 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 Наталка! Прости! Трудодней, хлеба 200 пудов, деньгами 3000, куры,
корова. А вдруг не пойдет? А? Ой. Моя. Эй, парень! Что ты мне внучку баламутишь? А это деда мой жених. Жених? Угу. Ага. Погоди, погоди. Кто вы есть, молодой человек? А? Тракторист я. Тракторист? Жених, значит. Ага, жених. Ну-ну. Ну, тикайте. Тикайте, пока я добрый. Тикайте, я вам говорю. Ишь. Ишь, какая быстрая. А, жених. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, кажется... Все спят. Что есть уборка? Уборка есть тактический удар. И может быть приравнена к военной операции. А которые этого не понимают, тому стыдно, мое мнение, называться бойцом тракторного отряда номер 3 имени товарища Буденного. За 10 дней... что мы находимся на территории этого колхоза, их бригадир, Аверка Демчук, теснит нас. Теснит, несмотря на то, что мы обещали побить его. На сегодняшний день его доблестные хлопцы убрали гектар 900, горючего сэкономили, килограмм 600, аварий нет. Потерь зерна нет. Косят и пашут на третьей скорости. Тогда как у нас Тимко и Макар Самокрут ползают на второй. И на это противно смотреть. Еще замечу, некоторые обедают, будто пришел на свадьбу. А машина стоит. Наша задача развернуть атаку по всему фронту. Мотор доглядать. Секунду беречь, работать быстро и без аварий. И я думаю, и мое мнение, что Аверка Демчук рано улыбается на этом портрете. Вы согласны, хлопцы, с сией думкою? Согласны! Хлопцы, по коням!
ходит, ой, приходит стальные пока. Мы за счастьем поедем в погоню, мы любого осилим врага. Мы за счастьем поедем в погоню, мы любого осилим врага. Мы с чудесным конем все поля обойдем, заберем и посеем и скажем. Наша поступь верна, ни врагу никогда не гулять по республикам наши. Ой, вы кони стальные, мои боевые друзья, Погоди-ка. Эй, как там девчина моя? Сколько у ней? А вам про кого? Про Маринку, что ли? А то про кого же? А ты думал про бабку Габку? Ах, про Маринку. А. 100 трудодней. Как 100? А так, знаете, она больше на своем огороде, мимо колхоза. Вот садись. Потому у нее получается 100. То есть как это мимо колхоза? А так первый прогульщица поет, знаете, танцует, гуляет. А работать некогда. Брешешь! Не может она! Ну, знаете, вы не кричите, знаете, а посмотрите сами. 100. Прогульщица. Зато как танцует. Мимо колхоза? Зато как поет. Ай, выбрал, а еще хвастал. Проглядели, а чей не было? Нам-то видней. У нас учет. Все невесты на виду. Да. Ну как, тракторист, женишься? У тебя не спрошу. Отказался, отказался! Отказался, пыжился, как лев, а погиб, как муха. Ты что это? А что? Брехать! Сидор Васильевич, не любит она его, знаю! Брешешь! Сидор Васильевич! Он фрукт! Маринка, поздравляю! Кто жених? Тракторист. А, хорошо. Как звать? А? Павло. Павло, очень хорошо. Откуда он? С МТС, 3-й бригады. А, сколько зарабляет? Стахановец? Ударник? Да я не знаю. Может, он лодырь? А кто его знает? То есть как это кто?
Ты замуж выходишь, ты знать должна. А коли не знаешь, пойди до правления, узнай. А то и на свадьбу не приду. А это до бригады Викасаевша. Что? Какой есть, такой есть. Мария! Да-да-да-да. Ты эти думки брось. Если он лодырь, так и ты плохо работать будешь. Есть у меня одна, довольна. Вот, Фроська. Выскочила замуж. А он, бесов сын, лодырь. Говорила я тебе, говорила. Пойди, пойди, Марин, пойди. Пойди, Марин. Да стыдно, да девчата. Да чего там стыдно, да смотришь. Пойди, 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 Марин. А, ну что это? О, Марина Александровна. Здравствуйте, Калыкин. Здравствуйте, Марина Александровна. Проходите, Марина Александровна. Прошу вас. Садитесь, Марина Александровна. Очень рад. Имею до тебя, Калынка, деликатное дело. Очень рад, Марина Александровна. Только ты отодвинься. Ради бога, пожалуйста. Работает у нас с весны человек один. Парень. Парень? Ну да. И бригада наша интересуется, кто он. Ударник? Стахановец? Или еще кто? Одним словом, как он работает? Парень. Ну да, парень. А скажите, кто же это такой парень, а? Сгара. Кто-кто? Сгара, тракторист один. Ах, Сгара. Ха. Сгара. Ха. Ха-ха. Сгара. Лодырь ваш Сгара. Разбышака ваш Сгара. Гультяй ваш Сгара. Всю МТС опозор... Где голова? Где голова? А? В поле голова. Ты чего орешь? Да тут, знаете, дела такие. Дела. Ага. А ну дай-ка мне, дружи, справку про вчерашний замер. Читай. Перемей 30 гектар. Так. Годенко 27 гектар. Так. Самокрут 21 гектар. Басама 25 гектар. Ярко. Ну. 30 гектар. Загара. А что Сгара? Сгара. Давай. Сгара. Плохо у Сгары. Что? Да знаете ли, сдает парень. Кто? Сгара сдает? Да-да. Ха-ха, ты что-то путаешь. А ну-ка дай сюда. 37 гектар. А где ж сдает? Да, это... Да ты знаешь, кто такой Сгара? А? Павло Сгара, первый тракторист в районе. Ой! Ты что, девушка, Ой, это я так... Ой, это я ничего. Ну, это она так, ничего. Угу. Так. 325 гектар. Ого, Верка Демчук бит! И отступает, а ты сдает. Чудак! Хочешь, девушка, совет на жизнь? Выходи за тракториста. Не пропадешь. 322. Ты что же это? В чем дело? Павла позоришь. Дуришь меня. Вот тебе в Не любит он вас. Не любит. Был тут. Кто? Сгара. Показатели, цифры ваши спрашивал. Трудоднями вашими интересовался. Ему, знаете ли, не такая нужна. Ему, знаете ли, чтоб портреты, курорты, премии, Москва. Ух, мерзавец!
А вы его любите? Вы его любите, а он отказал. Трёс, он трёс! Марина! Интриги ведёшь? Зайди, попрошу вас. Ну! Чужую любовь ломаешь. Осторожней! Знаете ли! А то я тоже... Справки с чернильниц высасываю. Прошу вас без... Чернильная душа. Прошу без оскорблений. Интриган! Предупреждаю! Убью! Предупреждаю, я человек нервный! Убью! Предупреждаю вас! Чернильная твоя душа! Знаю, вы не очень, знаете ли, я тоже могу! Я таких, как вы, десятками выкидывал! Я человек нервный, знаете ли! У меня характер, знаете ли! Поздновато выходишь. А тебе что? Цифры, что ли, будут не те? А? А хотя бы и цифры. Спала плохо. До 100 считала. Ты не смейся. Целоваться всякий гораст. А вот работать... Да как ты смеешь? Справки наводишь. Трудок не подсчитываешь, дальние расчеты затеваешь. Марин. А меня спросил, со мной поговорил. Тебе не жена, а трудодни мои нужны. Танкист, мотор, знаешь. Думаешь, заплачу за тобой, да? Думаешь, заплачу? Не дождешься, не дождешься! Марина! Марина! Эй, Марина! Не подхожу я ему! Показатели мои не подходят! Кто? Мои! Мои показатели ему не подходят? А я мои! А, проклятый бисов сын! Глядите, люди добрые! Глядите! Ее показатели ему не подходят, а? 400 трудодней, чертяка его матери! 400 трудодней до жатвы ему мало! А? Какой принц! Грязьте его матери! Какой принц! Задавато! Макновин! Гультяй! Анчихрис! Баран! Подумаешь, яке сало! Не плач, Марінка, хай він згине! Отстань, ти сама мене научила! Не плач, ми тобі кращого найдем, не плач! Не плач! Чернявий козгусами! Вони так чернявий! Дівчатам! 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 Кому ж замуж виходить, коли Маритьку забракували? Хто ж нас тогда возьме? Ганка! Такую девку забраковали! Да на всей Украине нема таких девчат, как у мене, а? Здорово, девчата! Бабы! Девчат! Все за мной!
гитарист. Трогай. Посмотрим, какой ты ударник. Идем, идем, идем. Догоняй!
Стой! Бабы догоняют! Да ладно, ну! Давай! Чего ты едешь, як на валах? Не ори ты! Ух, простився, як принц! Ну, черт! Ну, гони, гони, гони! Сейчас, понимаешь, тут! О, не можешь, давай, давай, давай! Чёрт! Лизавета Трифоновна! Ау! Давай, косарей! Ладно! Бабы, косить, косить! Здравствуй. А Верка Демчук низко кланялся тебе, Павло. За аварию и трехчасовой простой. Вот. Я орден снял до времени. Стыдно, что не досмотрел за тобой. Да что ты, Данил Петрович? Открывай. Заводи. Хорош. Ну вот, а ты? Кто ж ты, а? Павло? Ты понимаешь? Бабы. Загнали. Бабы? Ну да. Павло идет, что-то будет. Добрый вечер. Доброго здоровья. Здоров, хлопче. А, механик. Каким ветром тебя занесло? Марина дома, Наум Васильевич. Да тут была, вертелась. Да не знаю, куда делась. Ну, седай. Седай, коли зашел. Что, хлопче, оскандалился? Поймал зайца за хвост? Целоваться он может. А работать, не дай Боже. Вот тебе и на. Вижу, хорош гостья, да не в пору.
Какого пива наварили, то и пейте. Ага. Поймали тебя, девушки. Ну, это мы еще увидим, кто кого. Бывай ты. Что было, то видели. Куда тебе, грешному? Зря вы, кум, на хлопца напустились. А в чем дело? Да, знаете, тут такое, что лучше и не говорить. А в чем здесь, что такое? Да тут интрига. Интрига? Какая такая интрига? Да, знаете, это счетовод, чернильная душа. Павло! Слышишь, гады про нас частушки поют. Слушай. А про горе тракториста песенку споем. Пошли, пошли. Жил на свете сгара, весел и речист. Не хватило парню, пара лопнул тракторист. Не хватило парню, пара лопнул тракторист. Думал, бабы слабы, и задрал он нос. Обогнали Пашку бабы, наломали хвост. Обогнали Пашку бабы, наломали хвост. Всяк в разгару скажет, ах, какой жених. Он гулял, плясал, гордился, а теперь затих. Он гулял, плясал, гордился, а теперь затих. Поешь? Коллективное произведение. Но осторожней, знаете ли, у меня характер, знаете ли. Да не бойся, триндыкай себе дальше. А мы, знаете ли, не боимся, знаете ли. Погас, и сердце мучительно сжалось, и брызнули слезы из глаз. Мне плакать такая отрада, я плачу и легче дышать не надо. Не надо, не надо. Не надо меня утешать. Прав я был, Марина Александровна. И тракторист он последний,
и любовь свою, знаете ли, на счетах подсчитывал. Что там? Ну, ты это, Ковынька, брось. Марина. Ишь ты. Одну минуточку, Марина Александровна. Марина, одну минуточку. Идите сюда. Здравствуйте, Наум Васильевич. Под окнами не ходи. Под борами не стучи. И чтоб я тебя тут не видел, интриган. Да, ну вы, Наум Васильевич. Цыть, ящерица. Ну, осторожней, Наум Васильевич. Я тебе покажу, чем красиво пахнет. Будешь ты у меня носом хрен копать. Понимаете? Как дела, Кузьмич? Хорошо, Никит Степанович. Чудеса прямо. Ежели эдак пойдет, часика через 2-3 кончим. Да ну! Эх, ма! Тракторист окаянный попался. Так и режет, так и режет. Гляди, во! Огонь! О, Шарпак, а запасного-то и нет. Варить надо, Палага Федоровна, в кузне. Сколько время? Да часа 2, 3, 4. Два. А может? 2, не больше. Понял? Ага. Ну, гони. Да скорей, скорей. Да гони, гони. Ну, ну. Ну, давай, давай. Скорей. Ну, Марина, позор нам. Не успеть. Не успеть, не успеть. Да. Что да? Не успеть, я говорю. Не успеть? То есть как это не успеть? Эх ты, ударница. Не успеть. А ты знаешь, что такое уборка? А? Не успеть. Не успеть. А ну, Марина, беги по звеньям и крикни баб, что косить умеют. Зара! Стой! Да позови Елизавету Трифоновну. Позову! Да скорей! Бабы! Бабы! Кто косить умеет, давай бригадиру! Я умею! Косить умеешь? Нет! Косить умеешь? Умею! Скорей! Кто косить умеет? Давай! Косить умеет! Пошли! Бригадиру! Скорей! Кто косить умеет? Бригадиру! Эй, писай! А, Наум Васильевич! Почему у тебя конторы без присмотра, а? Ну, когда вы на посту, вор за версту, бояться нечего.
Ну как? Видно там, а? Видно, видно, Наум Васильевич. Ну? Как на ладони? Маринку вашу видно? Я тебя не про Маринку спрашиваю. Ну? Как там? Успеют до дождей, а? Успеют. Успеют. Эй, эй. Ну? Да-да, колхоз. А, метеорологическая станция. Принимаю. Так. Успеют или не успеют? А, успеют. Эй, спаси! Что случилось? Шарпак, жлейку сломали! А, черт замочит уборку. Эх, молодец, тракторист! Это сюда, это туда. Ах, велосипед бы мне! Ух. Ах, ты далековато. Ну ладно. Наград стрелять буду! Стой! Держи его! Thank you.
задача. Ну, давай руку. Я-то тут при чем? Нет, нет, ты ответ дай. Позволь, Палага Федоровна. Не позволю. У меня лучшая девка вянет. На праздник не пришла. А у меня лучший тракторист страдает. Я не знаю, от чего страдает твой тракторист. От любви, Палага Федоровна. Только от любви. Других причин у нас нет. Да ну! И быть не может. Маринку Лукаш не видали? Маринку Лукаш не видали? Пойдем. Не могу. Служба. Не могу. Пойдем. Маринку Лукаш не видали? Маринку Лукаш не видали? Пардон, Маринку Лукаш не видали? Не видала. Маринку Лукаш не видали? Когда? Когда же свадьба твоя казачья? А? Любишь? А искренняя парень у тебя любовь? А? Да брось ты, Сидор Васильевич! Ну, погоди. Садись-ка. Я вам сейчас, ребятки, веселое расскажу. Страшная интрига вокруг тебя, парень. Страшная. А что такое, а? Да знаете, счетовод бисовая душа. А
Да-да. Сидор Васильевич! Ура! Ура! Сидор Васильевич, дорогой! Сидор Васильевич! Ура! А ты не врешь, Сидор Васильевич? Ну вот. Это же счастье! Ура! Это же счастье, Сидор Васильевич! Ура! 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 За мной, Сенька! Ура! Ура! Любовь. Вот она, настоящая любовь. Виноват. Кабынька? Простите. Простите. Я, видите ли... Вот. Что это? А это я... Ну? Я, видите ли, обманул вас. И вот тут вот. Вот тут. Все написал. Павло! Сгара! Да. Да-да, Сгара. Значит, он... Он. Значит, он не говорил? Нет. Значит, он не спрашивал? Это я, это все я. Я подлец, Марина Александровна, подлец! Так это же счастье! Гаврика! Простите меня, Марина Александровна. Родной, дорогой, ведь это же счастье. Ты понимаешь? Счастье! Алексей Иванович! Алексей Иванович, какой ты милый, какой ты хороший, какой ты прекрасный, какой ты замечательный. Значит, он меня любит. Значит, он меня любит, любит, любит. Я обманул вас. Да ну тебя. Я обманул себя. Ну ладно. Минутку. Я люблю вас, Марина Александровна. Ну что, да-да, очень люблю безумно. Голубка, золотка моя, полюбите меня. Я буду танкистом, я буду трактористом, я буду летчиком, да, радистом, поэтом. О жизнь, о свет, о радость дня. Молю тебя, люби меня. Интриган, внучку дуришь, коноград, кобылу украл. Я тебе, стой. Осторожней, осторожней, знаете ли, у меня характер. Стой. Держи, держи его. Держите его, люди добрые! Смотри, идет. Ну, как, ребята? Все в порядке? Насмехаешься. А что такое? Стрижешь? Бреешь? Что вы? Что вы? Уверяю я вас, обман! Вот. Именно обман! Да такие дела! Что, да, что, да, что вы, парикмахер! Спасите! Спасите! Попался! Подтверждаешь? Подтверждаешь интригу? Подтверждаю, все подтверждаю. Вот видите, все написал. На, Павло, читай. Эй! Держи! Держи его, кум! Держи его! Уходи! Пустите меня! Держи! Стой! Держи его! Стой! Бригада моя просила передать вам, товарищи, что это знамя мы никогда и никому не отдадим. Верно, девчата? Стой! Стой, тебе говорю! Стрелять буду! Стой! Стой! Я с удовольствием передаю это переходящее знамя нашего боевого краснознаменного шефа. Получай, Данила Петрович. Поздравляю. Поздравляю вас. Поздравляю вас, товарищ бригадир. Ну, Данилыч, поздравляю. Интриган! Стой! Ратуйте! Ратуйте! Щитовод Ковынька!
образцовую постановку учета и организацию кружка танцев правление колхоза премирует тебя, товарищ Ковынька, велосипедом. Спасибо. 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 Ночной сторож Наум Васильевич Варкун. Интриган. Доблестного деда Наума правление колхоза премирует двухстволкой. Берегите, дедушка, наше колхозное добро, так как берегли его все эти годы. Премия Сидору Васильевичу Балабе. Передайте. Организатору нашего оркестра и большому мастеру своего дела. Сыграйте нам, Сидор Васильевич, ваш вальс. И пусть девушки и парни танцуют до утра. Уборка кончена. Все в порядке. Прошу вас. Прошу тебя.